バレメス皆さんこんにちは。今日は素晴らしい方を紹介したいと思います。今日のゲストは我がのバレエアカデミーで勉強して、その後グリゴロビッチバレエ団でソリストで踊って、今はサンクトペテルブルクとモスクワのバレエ団のゲストソリストです。踊りと一緒に彼女はバレエアクセサリーマスターです。Ольга Павлова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Специально для проекта я буду давать онлайн-уроки, где буду рассказывать, как сделать специальные сценические диадемы, подходящие для сцены и именно для работы. Вот. Они отличаются легкостью, гибкостью, им можно придать хорошую форму специально для вашей головы. Вот. Я расскажу все секреты, как сделать так, чтобы она не ломалась, чтобы она радовала вас и подходила для всех ваших образов. Это одна из моих работ. А эту работу мы сделаем с вами на нашем первом онлайн-уроке. Я расскажу и покажу, как она была сделана. Вот так. До встречи на наших мастер-классах.